Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Друзья, я сегодня готовлю очень вкусный картофель. С вас лайк, комментарий и, конечно же, делитесь с друзьями. Кто не подписался еще на мой канал, подписываемся и готовим вместе со мной. Радуем родных и близких. Поехали! Беру две средние луковицы, разрезаю пополам и нарезаем вот таким вот образом. Лук отправляем в сковородку и жарим до золотистого цвета. Картофель я почистил, помыл и нарезаем вот на такие вот, скажем так, порционные кусочки, чтобы было удобно есть. Ну и готовится такой картофель намного быстрее, чем обычные дольки или разрезать пополам там или на 4 части. Картофель сразу отправляю в форму. Лук, который мы поджарили, отправляю к картофелю. Добавляю еще чуть-чуть растительного масла. Перчу по вкусу. Также солю. Буквально чуть-чуть добавляю базилика. И заливаю это все одним стаканом кефира. Все хорошенечко перемешиваем. Все, отправляю в духовку. Запекать буду при температуре 180-190 градусов, примерно 35-40 минут. Через 35 минут достал с духовки. Посыпаю все это вкусным сыром. Это у меня сулугуни. Натер через крупную терку. Много не нужно, буквально грамм 100-150. И сверху посыпаю все петрушечкой. И отправляю назад в духовку буквально еще на 5 минут. Ну вот и все, друзья. Блюдо готово. Готовится очень легко, очень ароматное. И, уверяю вас, очень вкусное. Готовлю уже не первый раз. Моей семье очень нравится такой рецепт. Ну что могу сказать, друзья, обязательно к приготовлению, пробуйте, радуйте родных и близких, конечно же, комментируйте и делитесь с друзьями. А я с вами прощаюсь ненадолго, до следующего видео. Всем пока!